Мой дед Иван на фронте воевал, от финской до победы в 45-м, но избегал речей он и похвал в преддверии победной громкой даты. Вернувшись с фронта, он построил дом, и бегали в нем дети и внучата. Наверное, мечтал об этом он на фронте и в победном 45-м. Он брал от жизни очень-очень мало. Семья и труд – начало всех начал. Добрее его я никого не знала. А как же он на фронте воевал?